Тростиняк может влиять на наступление беременности, и полип не обязательно нулять. Тростиняк не влияет на наступление беременности как таковой, то есть препарат сам не влияет. Препарат влияет на, значит, он действует через гипоталамус, он, значит, самое интересное, что пролактина нету контролера, который бы вынуждал его не вырабатываться. То есть пролактин очень уникальный гормон. Есть книга «Это все гормоны». Посмотрите, пожалуйста, почитайте эту книгу, кто интересуется вопросами пролактиномии, прогестерона и прочее, прочее. То есть все вопросы, в том числе применение прогестерона при беременности. Там очень много про гормон. Но Тростиняк сам по себе не влияет. Однако, если есть, например, высокий уровень мономерного пролактина, мономерный пролактин может влиять на овуляцию, то есть может подавлять функции яичника. Поэтому в данном случае Тростиняк будет как бы уменьшать выработку пролактина, а значит, это улучшит менструальный цикл, и женщина может забеременеть. Понимаете, какая связь? То есть сам Тростиняк никакой роли не играет для овуляции. И полип не обязательно удалять, конечно, не обязательно, то есть это только у вас там всем подряд удалять.